Бусидо. Путь воина. Киёши Тамура против Масахито Какихары. Это главное событие сегодняшнего вечера. И традиционное представление бойцов, вызов атлетов из раздевалок. Это Масахито Какихара. Именно так звучит имя этого бойца в японском языке. Масахито. Как известно, в японском нет буквы Ш. Есть нечто среднее между С и Щ. Поэтому будем и мы так называть Масахито. Шикарный, очень красивый костюм сегодня у Какихары. Такое ощущение, что он вышел на модельный подиум. Вполне вероятно, сейчас среди зрителей находятся представители модельного бизнеса. И делает он это исключительно для того, чтобы при случае мог бы сменить профессию. Почему бы и нет? Но это Киёши Тамура. Соперник Какихара на ринге сегодня этим вечером в токийском Будокане. Кого будут представлять первым? Давайте посмотрим. Да, совершенно верно. Первым представляет Масахито Какихару. Ему 21. 21 год, очень молодой парень. 195 фунтов его веса, 6 футов ровно рост. Очень неплохо сложен этот атлет. Сейчас посмотрим его послужной список. 17 боев, 6 побед, 2 ничьих, 9 поражений. В последней схватке Масахито Какихара победил. И победил он Тацуо Накано. Ну а это уже Киёши Тамура, ему 24, 200 фунтов вес и 6 футов ровно рост. Киёши Тамура одержал 3 победы подряд. Он очень стремительно взлетает по лестнице успеха. То, чем он больше всего отличается, это шокирующими болевыми захватами. Очень неплохие у него удары, равно как руками, так и ногами. Скажем прямо, что соперники, конечно же, стоят друг друга, и шансы на победу и у того, и у другого примерно равные. Вперед пошел Какихара. Ну, желтый костюм мы помним. Какихара славится вот этими ударами руками. Посмотрим, удастся сегодня свои руки применить в правильном направлении. Начало поединка, как обычно, у соперников сил навалом, тем более они примерно одного возраста, одному 21, другому 24. Сил как психических, так и физических, и у того, и у другого, конечно, в избытке. Думаю, нас ожидает довольно-таки долгий поединок, поскольку и Тамура, и Какихара, они отличаются тем, что ни на мгновение не теряют концентрацию, и ожидать какой-то грубой ошибки, я думаю, нам не стоит. Здесь, конечно же, будет борьба прежде всего нервов и тактики. Кто кого сможет вымотать, прежде всего, физически, кто готов на данную секунду лучше. Вот эти попытки болевых приемов, которые не приносят дивидендов ни одному, ни другому атлету, не более чем видимость и не более чем попытка запугать, что ли, своего оппонента на ринге. Ни к чему серьезному они, как правило, не приводят. Вот, совершенно верно, только что, казалось бы, Тамура был... находился в невыгодном для себя положении. Но вот вы видите, все перевернулось с ног на голову. И теперь уже диаметрально противоположная ситуация.
вот этот поединок между Тамурой и Кокихарой, несомненно, главное событие этого вечера в Будокане. Вот несмотря на столь молодой возраст, эти ребята добились того, чтобы завершать вечер Бусидо в Будокане. И, конечно же, это очень дорогого стоит, прежде всего, в профессиональном плане для этих атлетов. Кстати, готовясь к бою, вот что касается Киоси Тамуры, то он пару месяцев провел в Таиланде, где изучал новую технику боя. Ну вот первое очко, первый балл, заработанный Тамурой. Только что мы видели, что Кокихара смог дотронуться до канатов 15-14, но ни о чем это не говорит. Всего-навсего 15-14, не более того, это лишь констатация факта на табло. Счет этот не отражает ни в коей мере ни положение вещей на ринге, ни соотношение сил. Просто один из атлетов дотронулся до канатов. Я думаю, что сегодня таких вот действий мы увидим еще не раз, поскольку и тот, и другой, мы уже говорили о том, что и тот, и другой атлет очень хорошо подготовлены физически. И, конечно же, и Тамура, и Кокихара не захотят жертвовать победой, либо же поражением в этом поединке из-за списанного балла. 15-13, но, опять-таки, то же самое, что и 15-14, ни о чем не говорит. Пока Кокихара проигрывает 2 балла, и вот сейчас мы видим напряженное лицо этого атлета. Прекрасно понимает Кокихара, насколько велика цена победы именно в этом поединке. Поскольку этим двум ребятам выпала большая честь завершать вечер, мы уже говорили об этом. И, конечно же, в глазах зрителей победивший в сегодняшнем поединке будет выглядеть, ну, если не национальным героем, то героем этого вечера. Это 100%. Именно на них пришло большинство зрителей. И именно на этих двух ребят продавались билеты в первую очередь. Все бои, которые были до того, были исключительно разогревочными, предваряющими главный поединок этого боевого вечера. Вот с одной стороны сейчас Тамура находится на лопатках, лежит он на ринге, но это не борьба в чистом виде, борьба вот в том понятии, в котором понимают любители спортивной борьбы. Это все-таки бусидо, и здесь нет такого понятия, как уложить соперника на лопатки. Они сами с удовольствием идут на вот такую позицию для того, чтобы перейти в контратаку. Вот, пожалуйста, Тамура, посмотрите, находился только что на лопатках, переходит в контратаку, но Кокихара не очень-то позволяет Тамуре это сделать. Великолепная техника, вы посмотрите, и у того, и у другого. Такое ощущение, что это два гуттаперчевых просто-напросто парня. И вот удушающий, кстати говоря, удушающий у Тамуры очень опасно. Кокихара, я думаю, знает это. И ему следует опасаться таких вот удушающих приемов в исполнении Киоси Тамуры. Хотя сейчас нога Тамуры тоже взята на болевой. И вот, посмотрите, тот самый удушающий, о котором я говорил. Попытка, по крайней мере, провести удушающий прием. И она могла бы увенчаться успехом, если бы не контратака Масахито Кокихары. Захват очень жесткий сейчас демонстрирует Кокихара. Переходит в атаку. Переходит в атаку. И посмотрим, удастся. Удастся ли провести болевой прием. Вот очень правильно, я считаю, сделали оба атлета, что надели
костюмы абсолютно разных цветов. Красный, желтый. Очень удобно отличать, где чья нога. Если, конечно, кто-то желает это сделать, то напомню еще раз, что красный костюм у Киёси Тамура, желтый у Масахито Кокихары. И Кокихара пытается взять ногу Тамура на болевой. И Тамура двигается к канатам. Вы посмотрите. Да, удалось ему. Вы посмотрите, как долго держался ничейный счет. 14-13. Вот сейчас 15-13 показывает табло. Впереди был, напомню, Тамура. И сейчас великолепная атака Кокихары. Попытка удара в прыжке в исполнении Кокихары. Он, конечно же, сейчас воодушевлен. Удалось таки заставить Киёси Тамура дотронуться до канатов. И таким образом признать свое поражение в микропоединочке таком. Удалось взять Тамуру на болевой. Это для Кокихары очень много может значить, конечно же. Вот эта передышка, конечно, сейчас на руку Киёси Тамура, поскольку с большим трудом он ушел от болевого приема, который проводил Кокихара. И сейчас для Тамуры самое главное — это прийти в себя. Кокихара это прекрасно понимает. И сейчас у Масахито Кокихары самая главная задача — не дать отдышаться Киёси Тамуре. Поэтому нужно только атаковать. Искать счастье именно в нападении, а не в тактических каких-то изысках. Неприятно сейчас пропускает Кокихара удары от Тамуры. Но, что интересно, и Тамура пропускает удары пятками от Кокихары. Так что будем считать, что пока по ударам счет равный, но Кокихара все-таки дотрагивается до канатов. Тамура вот так вот тихой сапой защищался, а потом провел стремительную контратаку и заставил все-таки Кокихару потерять балл. 14-12 в этом поединке. Минимальное преимущество Киёси Тамура. Может быть, вот пребывание в Таиланде научило Тамуру каким-то новым тактическим и боевым схемам. Сейчас неплохой удар, кстати говоря, прошел. Второй раз неплохо очень атаковал Киёси Тамура. Открывается счет. 14-9. Открывается счет. Это нокдаун. Киёси Тамуру надо сейчас развивать. Надо развивать свой успех. Немножечко обескуражен Кокихара, без сомнения. А для Кокихары сейчас главная задача... И вот пропустил еще один бросок. Для Кокихары главная задача сейчас искать противоядие атакам Тамуры. Поскольку великолепно Киёси подготовлен. В очередной раз Киёси Тамура на мгновение потерял концентрацию. Посмотрел на кого-то из зрителей. Либо на судей, которые сидят за пределами ринга. И это позволило Кокихаре вырваться из-под предплечья Киёси Тамура. Но Тамура достаточно быстро вернулся к тому положению, из которого только что вывернулся Кокихара, и продолжает атаковать. Но Кокихара тоже не лыком шит, мы все прекрасно это понимаем. Удастся ли, пройдет ли захват? Вы посмотрите, я думаю, вряд ли. У Кокихары не так много шансов. Успел, как говорится, сложить руки Киёси Тамура. Сейчас очень хорошо было видно. В замок сейчас пытался сложить руки Киёси Тамура. Вот, пожалуйста. Ну что, атака. Кокихара разорвал. Разорвал он все-таки этот замок. И близость канатов спасла Киёси Тамура. Конечно, когда рука
берется на излом, тут уж не до сантиментов и не до счета на табло. Очень неплохо сейчас оборонялся, очень хорошо оборонялся Тамура, но Кихара продолжает атаковать. И вы посмотрите, что он делает. Атаковал Кихара, атаковал и пропустил все-таки. Пропускает еще раз. Еще одно открытие счета. 13-6 в пользу Киёси Тамура. А ведь, друзья мои, еще пара таких вот ударов со стороны Тамуры, и это будет поражение по очкам. Такое на моей памяти еще не было в Бусидо. Неужели Кихара это допустит? Это фантастика. Два раза подряд открывали счет Масахито Кихаре. Согласится ли он с таким положением вещей или нет? Вот он в атаке. И больших усилий стоило Киёси Тамура, чтобы уйти от этого захвата. Молниеносную контратаку провел Кихара. 12-6. Кихара, конечно, может удивить сейчас Тамуру. Поскольку Тамура, конечно же, сейчас пойдет в атаку для того, чтобы добить немножечко обескураженного соперника. И это может сыграть добрую службу именно Кихаре, поскольку он может воспользоваться расслабленностью со стороны Тамуры. Вот, пожалуйста, конечно же. Конечно, Киёси Тамура пошел в атаку, и бдительность была утеряна. А Кихара сразу же мгновенно провел болевой прием, заставивший ударить ладонью по рингу, по спине соперника, и таким образом признать своего соперника более сильным, более удачливым в этом бою. Сил у Кихары просто-напросто не осталось, но это был, согласитесь, чрезвычайно интересный и зрелищный поединок, в котором было достаточно всего. Несколько раз открывали счет, проводились совершенно стремительные атаки, контратаки. Вот заветный конверт с денежкой, конечно же. Подписка на журнал «Мурзилка» от спонсоров, от информационных спонсоров, от журналов, газет, которые сейчас будут вручать свои призы. Повязка настоящего самурая сейчас дарится Масахито Кихаре. Как известно, the winner takes it all. Победитель получает все. Вот Кихара получает призы, подарки от журналов, газет, от спонсоров сегодняшнего бойцовского вечера в Будокане. Конечно же, все помнят только имя победителя. Где сейчас в данную секунду Киёси Тамура? Никого из телевизионщиков, из зрителей не интересует. И теперь слово победителю. Он говорит, что всегда мечтал победить Киёси Тамуру. Очень долго шел к этой победе. Но невозможно выразить словами какими-либо, как он доволен этой победой. Тамура сейчас намного сильнее, нежели тогда, когда мы встречались на ринге в последний раз, говорит Кихара. Я хочу продолжать встречаться и бороться с Тамурой. Думаю, за нами будущее, говорит Масахито Кихара. И мы будем главными фигурами в 21 веке. Аригато газаимашита. Спасибо большое, говорит Кихара зрителям. Без сомнения, репутация Кихары улучшилась после сегодняшнего поединка. Немного подобных схваток можно увидеть даже на арене Бусидо. Я думаю, сейчас нас ждет интервью уже за кулисами, да, совершенно верно.
Да, Кагихара говорит, что Тамура действительно силен. И большую часть времени он доминировал на ринге. Очень Кагихара опасался последствий захвата Тамуры. Поэтому приходилось расходовать на защиту гораздо больше сил, нежели хотелось бы. Главная задача – усовершенствовать свои навыки, освоить новые приемы. Конечно, говорит Кагихара, я немного нервничал, поскольку соперник-то у меня был никто иной, как Киёси Тамура. Вот вопрос журналиста. Недооценил ли он силы своего противника? И Тамура говорит, да, я не ожидал, что нога так сильно пострадает и попадется на болевой прием. Тамура говорит, что, скорее всего, есть некие проблемы с ногой. Ну, наверное, после осмотра у врачей все станет ясно.